Несмотря на то, что на улице сейчас прохладно и пасмурно, но хочется к вам донести настоящее, яркое, весеннее и теплое настроение. Невзирая на то, что я нахожусь с 18 числа на госпитализации в Республиканской клинической больнице на Малой Малине, подключена с 18 февраля к кислороду, но несмотря на все это, мне хочется вас поздравить и предостеречь вас, чтобы вы следили за собой, за своими семьями. Я вас умоляю, соблюдайте, пожалуйста, все меры предосторожности. Любите себя, своих близких и тех, кто вас окружает. Весна, пробуждение, прекрасные поступки, тепло, добро, процветание. Желаю вам процветания всегда и во всем. Лилия Шоломей a fost internată la Spitalul Clinic Republican la data de 18 februarie, diagnosticată cu noul coronavirus. Acum artista se simte mult mai bine și urmează curând să fie externată.